Приветствую вас на нашем канале, посвященному ремонту квартир. В данном случае поговорим, с чего начинать укладку кафеля в санузле, в туалете. Итак, первым делом нужно выровнять стены. То есть вот у меня сейчас стены уже выровнены. То есть стены должны быть идеально ровные. Выравнивали все везде по маякам. То есть вот... Это стенка ровная, по уровню все везде, тут сбоку плохо видно. Также короба все по уровню, все, вот. Все везде уровень. То есть и так, и если так приставить, тоже все везде должно быть. Ой. Так, все должно быть везде по уровню. Также и вот этот маленький короб. То есть короба делаем, если будут зашиваться кафелем, то делаем из гипсокартона врагостойкого. Уже должны быть все выходы вот под смеситель, под смеситель, под унитаз, под подводку холодной воды, также под слив. Выходы на счетчики все, чтобы можно было тут лючок поставить или кафелем так декоративно сделать. Ну, в данном случае будет лючок сантехнический. Итак, когда это все сделано, начинаем раскладывать сперва плитку. То есть перед тем, как наклеить, надо посмотреть, как разложить плитку, чтобы было красивее. Ну, вот здесь вот смотрите, будет унитаз стоять. То есть вот у нас плитка пошла вся, как бы, вот она по центру. То есть унитаз встанет, и вот эта вот плитка, она как бы пойдет по центру как раз унитаза. Если бы плитка была, ну, прямо лежала, то чаще всего вот ее кладешь, она где-то, ну, смотря какая плитка, ну, тоже желательно, чтобы как бы вот две плитки, как бы они центр. То есть шов шел как бы по центру унитаза. Смещение также, подрез плитки, вот мы, получается, от порога начинаем ровную плитку, то есть цельную. Если бы плитка прямо лежала, то здесь бы была, ну, вот сейчас вот цельная плитка, то есть было бы вот так вот, то есть, допустим, начиналось. То есть вот замеряем вот отсюда, отсюда, и вот она ровно идет. Потому что потом дверь встанет, она встанет вот именно на плитку. То есть не где-то там, что плитка вот отсюда где-то начинается, а потом дверь встает, у нее неизвестно, куда там поставить, ну, вот сама эта вот основа двери. То есть, а здесь получится, вот здесь будет паркет потом, и здесь фактически будет без перепада. Ну, нет, перепад будет небольшой, закроется порожком. То есть все-таки, как правило, ванны с туалетами, они повыше идут. Везде. Ну, можно сделать и без перепада, конечно, смотря сколько заливать. Так, дальше. Потом начинаем или укладку со второго ряда, или укладку сперва кафеля на пол. То есть вот в данном случае сделано на полу. Сперва уложен кафель на полу, а потом уже начали с первого ряда укладывать. Можно делать укладку со второго ряда, а сделать потом уже, когда весь кафель наклеен, сделать уже, наклеить кафель на пол, а потом уже первый ряд на него. То есть, ну, в принципе, я делаю так и так, когда как удобно. То есть, когда удобнее начинать со второго ряда, когда удобнее, ну, всякое бывает, что там какие-то работы параллельно идут, и вот, ну, нужно сделать уже пол, а потом уже укладывать плитку. Ну, вот здесь вот так и было. То есть уложили пол сперва, потом сейчас вот с первого ряда уже гоню плитку. Также можно уложить кафель на пол, а потом со второго ряда начать клеить, то есть примерить плитку от пола, отчертить, где она будет заканчиваться. Набивается профиль 27 на 28 по периметру в уровень.
то есть по всему периметру вот так вот набивается, и от него начинается вторая плитка уже. Вторая плитка клеится, потом следующая, следующая, а последняя клеится, последний клеится уже первый ряд. Так, подрез. Ну, у меня специальный станок, то есть идет зарез под 45 градусов. Так, можно, конечно, пластиковым уголком, но это как бы не особо все-таки. Больше такие нравятся углы. Так, дальше, потом смотрим раскладку плитки. Перед тем, как также еще клеить, нужно посмотреть, откуда раскладывать. То есть короба всегда раскладываются от угла. То есть, вот как здесь. То есть пошла плитка сюда. И сюда пошла клеится. И здесь также приклеивается. То есть ровный рез, ну как не рез, а вот этот край, он на углу. И от него уже подрез делается туда, к стене. И потом он закрывается следующей плиткой, которая клеится в этом углу на другую стенку. Так, здесь также вот она. Плитка от угла пошла ровная, тем более она еще и под 45 пилится. Потом, то есть вот она цельная. И здесь потом следующая плитка, вот она ровная, вот этот шовчик, то есть цельная, а подрез уходит туда, на ту стенку. И дальше она здесь вот этой плиткой также закрывается. Так, потом смотрим еще по дизайну, как там надо сделать. То есть вот здесь вот у нас вставки будут, одна вставка, вот здесь две вставки на этой стенке, и здесь две вставки. То есть вообще вставок было 6 штук, но вот здесь посмотрели, то есть сперва они купили, там вроде на компьютере они прикидывали, а фактически так как стенки заштукатурились, поуменьшились маленько, то есть ну такой дизайн не подошел. То есть какой бы вариант? Здесь плитку клеим от центра стенки и разводим в эти стороны. Вот здесь будет по центру декор. Дальше. Вот здесь вот у нас получилось 3 плитки. То есть у нас вот они дальше будут вот так вот наклеиваться. И вставка будет вот здесь вот одна и вот здесь вот одна. То есть через плитку. Так, и на этой стенке то же самое. Вот у нас получается одна вставка будет по этой, ну как он дальше пойдет, по этому кафелю. И одна вот здесь. То есть у нас вставки пойдут через одну плитку. Получается вот она простая вставка. Простая вставка. Опять простая. На углу простая, посередине вставка. Опять простая, простая. Здесь также вот она. Плитка, и вот она, а нет, получается, вот она вставка простая, и вот она опять вставка. Так, ну и как правило я в конце уже наклеиваю кафель на вот этот вот короб, потому что здесь уже, ну когда он весь уже наклеен, не шатается ничего, уже легче вот здесь вот. То есть здесь также кафель клеится. То есть получается вот он цельный край, он вот на этот угол идет, а как бы туда подрезается. И то же самое вот сюда вниз. То есть вверху цельный, он тоже будет подрезаться под 45, а низ будет подрезаться. Ну, в принципе, все. Да, и прежде чем еще это все делать, первым делом все прометьте стены и заштукатурьте все, чтобы все было ровно. То есть кафель нужно клеить обязательно, когда стены ровные. Если кафель, вот приходят, допустим, какие-нибудь там умельцы и начинают клеить его, а да ладно, мы вам сейчас клеим, выровняем. То есть, ну, клеим, выровняем плитку. То есть это все ну, чушь. Ровно ее никогда не сделать. То есть... Вот, чтобы она была прям идеально в уровень, чтобы не было никаких перепадов, вот ты сгоняешь, чтобы все вот ровно было. То есть это нужно, чтобы и стены были ровные.
По-другому никак. То есть, если приходят такие умельцы и говорят, что мы вам клеим выровненную плитку, можете сразу выгонять нафиг. Заходите на наш сайт евроремонт.ру. До свидания.